Здравствуйте, я инструктор Бабушкинского парка, веду группу «Цигун» в Бабушкинском парке и группу «Московского долголетия». И хочу рассказать вам, какое можно сделать упражнение для того, чтобы утром быстро и легко проснуться. Вот вы просыпаетесь, неохота вам вставать, но нужно. Спускаете ноги с кровати, встаете и смотрите, что мы делаем. Мы отшагиваем влево, аккуратно, ставим носочек, пяточку, вытягиваем себя за макушку и делаем упражнение из разминки «Не я могу». Приседаем, собираем кулачки, сжимаемся и потом начинаем раскрываться. Раскрываем грудную клетку на вдохе, а на выдохе опять сжимаемся, приседаем, коленочки сгибаем. И опять продолжаем. И делаем это упражнение несколько раз. Упражнение очень полезное. В нем мы раскрываем передний срединный меридиан, который отвечает за работу наших всех инских органов и инских меридианов. Это наши полные органы. Сделали несколько раз и переходим к другому упражнению из этой же разминки. Теперь мы раскрываем задний срединный меридиан. Он отвечает за работу наших янских органов, всех полых органов. Два меридиана чудесных, передний срединный и задний срединный, Женьмай и Думай. Они регулируют работу всех наших 12 основных меридианов. А меридианы эти 12 основных регулируют работу всех наших органов и систем. И начинаем. Ведем ручку снизу вверх, поворачиваемся, скручиваемся. Другая ручка тянется за первой, поворачиваемся в другую сторону, оседаем. Присутствует движение таза. Приседание и поворот за тазом из нашего центра, нижнего дантя, энергетического центра, идет импульс в наше тело и в наши ручки и ножки. Сделали. А теперь поворачиваем обратно в другую сторону и как будто наносим удар в ухо противнику, стягиваем ручку, другой ручкой нанесли в другой ухо удар. Стянули и соединяем обе руки вместе. Мы работаем и с суставами, и с нашими мышцами, сухожилиями, нервными волокнами, кровеносными сосудами. Все тело движется, все тело работает. И вот вы уже выполнили даже вот эти начальные упражнения из разминки «Не я могу». Вы уже проснулись и уже хотите что-то делать, куда-то идти, и полны энергии, вдохновения и здоровья. Собираем ножки вместе. Благодарю за внимание.